Покрышки, разбитые машины, другой металлолом. Это территория, которая несколько лет назад администрация Ленинского района сдавалась частным лицам под производственную базу, превратилась в свалку. По причине нецелевого использования земли и из-за долгов по оплате аренды в феврале прошлого года состоялся суд, решением которого арендатор должен был освободить площадь. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Было дано время на освобождение территории. Автосила, арендатор, не захотел привести территорию, освободить территорию самостоятельно, поэтому 12 января был изменен способ и порядок исполнения решения суда, и администрация самостоятельно вынуждена освобождать территорию. Территория, превратившаяся в свалку, внушительная. Арендатор сдавал небольшие отрезки этой земли третьим лицам. И те, будучи не в курсе судебного решения, неохотно покидали место. Если вам необходимо будет забрать какое-либо имущество, послушайте меня, пожалуйста. Я вам оставлю контактные данные свои и администрации. Вы согласуете это время. Все, я понял. Просто суть в том, что мы за 4 дня, которые вы дали, все, что смогли, увезли. Вот тут минимум 20 КАМАЗов увезли. Здесь много имущества. Просто за 4 дня нереально. Это вы будете согласовывать уже. Это я понял. Нам должны были другие люди предупреждать. Вам никаких претензий. Просто суть в том, что реально 4 дня это вообще... Какими бы ни были отговорки у виновников встречи, вся территория должна быть очищена. А дабы избежать проявления агрессии со стороны арендаторов, представители администрации и судебных приставов сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Бывают ситуации разные. Непосредственно в подобных ситуациях, когда обязания идут, мы приглашаем все заинтересованные лица, все органы правопорядка для соблюдения законности во время исполнения требований исполнительного документа. В случае, если убирать хлам придется административными ресурсами, бывший арендатор обязан будет возместить затраты. На сегодняшний день прежние замки спилили, всех, кто здесь работал, попросили на выход, а территорию закрыли. Теперь администрация будет принимать решение о дальнейшем использовании этой земли. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.